Всем привет, друзья! Привет-привет! Мы сегодня на закупке в Костко, мы сегодня вдвоем, у нас сегодня папа-мама тайм, у нас сегодня романтик Костко, Костко-романтик, можно так сказать. Поэтому будем отрываться по полной, наберем морковки, яблок, бананов. Ладно, предлагаю пройтись с нами на нашу недельную закупку. Первое, что мы возьмем, это English muffins, вот такие вот булочки на завтрак. Кстати, последняя упаковочка, 24 булочки, цена 8,50. Очень любим, с маслом и с копченым сыром, очень вкусно. А еще возьмем хлебушек, 3 буханки хлеба ценой $8, каждая буханка по 675 грамм. Это... На сэндвиче. Ульяна любит сэндвичи с сыром. Да. Она сейчас уже сама начинает готовить. Угу. Возьмем еще. Давай я просила Ульяна печенье. С шоколадом? Так. $10 за упаковочку. Килограммчик, кстати. Кстати, шоколада немало. Вот это чанки. Поэтому и написано чанки. Тут не чипс, есть да. Чипс, а есть чанки. Да-да-да. Вот здесь такие. Кусочки шоколада. Да-да-да. А вот можно взять такой вот наборчик с трех разных печенья. Чокот лаверс. А здесь? Ну, там, походу, белый, вообще черный. Шоколадный, да. Черный. Тоже $10. Ладно, просила. Хорошо. Так, а еще, друзья, возьмем вот такой большой органайзер, такую большую полку. Она пластмассовая, но достаточно хорошая. На прошлой закупке буквально купили и применили сразу же. Да, покупаем еще одну, да, потому что для стори. Да, потому что нам понравилось, действительно классно сохраняет место, вместительно. Но она реально высокая еще. Да. Мы в прошлый раз не особо-то и заметили, что она высокая. Но я когда начал собрать, я такой, опа, я думал, там, ну, такая. Но все помещается, крепкое. И легкое в сборке. И по высоте как раз то, что нам сторидж. Мы уходим сейчас в высоту, а не в ширь. Да-да-да. То есть намного удобнее. В общем, наводим порядки в бейсменте. $40 недорого. А еще, друзья, смотрим что-то на десерт вкусное. Наша малышка осталась с Антоновой мамой, с бабушкой. Смотрим что-то в гости к чаю. Можно панеттоне, недорого, $7. Итальянский десертик. В общем, а-ля такая вот пасочка. Вот эта печенька новинка. Да, датские паф-пасты. Маршмеллоу получается внутри. С ванилькой. Да. $10, 480 грамм. Давай, ну, какие-то дорогие, вкусные, наверное, да? Это в гости. А еще возьмем вафельку. Может, Ульяне понравится. Она любит вафли вот эти. Да. Но те тонкие, они никакие. Они не сладкие, не калорийные, ничего. Эти идут сладкие с мапл-сиропом. Бельгийские. Уже пропитанные. Да, их, ну и нам как бы интересно попробовать. Их немного, но еще они такие огромные. Да. Но интересно, вкусно, не вкусно, 780 грамм, 11 грамм. Если нам понравится, мы купим себе вафельницу, где будем сами печь. Да. Да. Возьмем копченый сыр от Балдерсон. Чеддер. 500 грамм, $12. Один из самых наших любимых сыров. Так как у нас есть маффины, к маффинам самое лучшее копченый сыр. Да, вот этим булочкам. И пальчики просто оближешь. Новинка в нашем Костко. Рап. Азиатский стиль. С курицей. Это в лаваше. С курицей и сизам соус. С кунжутный соус. А лаваш зеленый, это, наверное, шпинат или базилик, может. Не знаю. Да, шпинат рап. О! Будем брать, пробовать. $9, да. Давай. Да? Да. За 4 штучки. Ну, попробуем. Что-то новинка не было. Да. Хотя пишут, что регулярная цена 14. Ага. Ну, может, в другом Костко. Да, в нашем, да, Костко, да, новинка. Возьмем упаковку, пакет картошки. Любим красный сорт. 4500 по весу, 7,50. Хорошая? Не гнилая? Да. Тут редко вообще попадать гнилая. Если только она не пролежит у нас месяц. Что здесь вкусного?
типа. Ой, Антон, я все мечтаю, ты знаешь, ковер возле телевизора. Давай посмотрим. Хотя бы посмотреть. И вы знаете, друзья, недорого. $280. Большой. Как раз в living room, в зал. Такой приятный, мягкий. Ну да, надо решиться. Это не то, что дорого нам, а просто... Вот этот поменьше, $130 чисто. Ну, тоже такой неплохой, вот этот цвет приятный. И вот этот, в принципе. О, коврик купили. Появились ковры. О. Дормат. Да, да, цена, цены вход, нет. Да. Да. Нет вообще. Классный, он большой. Угу. Так, берем? На вторую дверь, да? Да, на второй вход. Да. В прошлый раз вроде цена была $12-13, а? Рулонов в прошлый раз. Да? Я не помню. Ладно. Ой, хороший ковер, он не кто смотрит наши все Костка, изначально Антон, как всегда, был против, а уже берем второй ковер, так что... Значит, когда Лена предлагала, жена родная... Все было продумано, это был план. Да, а потом, когда подключились уже подписчики... Надавили, это давление со стороны. Да-да-да. Ой, классно. В общем, классный коврик. Что можно купить в Костку? С фруктов, ягод, гранат. Цена $20 за упаковочку. Помело. Вот такой он, не сильно в хорошем состоянии. 2 штуки за $8. Дыня. Получается 3 разных сорта. Вот это вкусная сорт Дина. И плюс она супер красивая. Чистая эстетика. Так, ананас $5, грейпфрут там есть, груша $12, азиатская. Можно вот такую вот, $11 за ящик, бананы $2 за веточку. Манго $14 за ящик. Так, надо огурчики. Смотри, вроде такой. Да, хороший пакет морковки. Морковка такая большая, удобно будет чистить. Мне смущает, что она Что? Ну, разорвана. Пакет разорван? А так, да. Ну, вон сверху. А, ну да. Значит, $9 за 4500 по весу. Ну, она не мягкая, хорошая. Свежая, просто покрупнее. Ой, и пахнет, кстати, морковкой. Свежая только сорвали. Ну, да. Ну, вот более-менее. Давай. Так, лук у нас есть. $9. Смотри, когда надо было колбаса, ее не было. Да, ну все, опоздали. Возьмем еще огурчики, 3 штуки, 3 больших огурца, цена 5,50. Да, 5,50. Так, хорошо. И возьмем, это помидорки черри или грейпс? Или виноградный? Виноград. А где ты видишь, что это грейпс? Ну, я просто так подумал сразу. Ладно. Продукт Мексики. Да. Черри, виноградные. Ассорти помидорок разных цветов. Очень вкусный. Вот этот зеленый самый вкусный сорт. А $9, 800 грамм. Так. А нельзя было вот этот коврик куда-то в другое место? Все правильно, я его определил. Да. У нас дома еще шпинат остался. Это что, зелени? Листья салата. О, черешня появилась. Да. Ну такая, нехорошая, я вижу. Ежевика, клубника. Ну что нехорошая? Ну, чуть-чуть вот это. Даже цены боятся. Да-да-да. Малина. Малина $7, продукт Мексики. Хорошо, нам надо виноград. Виноград здесь нет, голубика. Как и черешня. Смотри. Да, нехорошая. А вот смотри на... На грибы, у нас грибы. Вот зеленый. Да, зеленый. Он без косточек. Предлагаю, может, белый. Да.
Да? Ну, вроде бы живой. Ну, а все, цена значит. Какая? $12. Да, $12. Антон говорил за вот эти грибочки. Мини Беллас. Ой, пахнет даже через упаковку. Цена $5. Недорого. Смотри, какая клубника гигантская. Ой, да если бы еще была бы вкусная, ты знаешь. А так, ну 100% зеленая, внутри белая. А еще иногда по утрам хочется чисто апельсинового сока. Иногда у нас он есть, а иногда нет, заканчивается. Поэтому берем за две бутылки. $9. Да? Органик. Вот сюда. Возьмем на завтрак еще вот такую вот картошечку. Картошечка с бекончиком. И овощами очень вкусная, почти будешь цена. $13 за кило, под кило 200. Да. Это чей продукт, кстати? Это постоянно покупаем? Ну, приготовлено в Канаде. А ну, мне кажется, да, это более местная кухня. Местная кухня. Друзья, здесь пошумнее. Надо яйца, возьмем сразу 60 штук, цена 18,29. Хорошие, большие и вкусные. Так выгоднее покупать, чем по 10 штук, по 30. Да, и сливки. И сливки. Сливки в кофе, смотрим на срок годности. И срок годности говорит до 17 числа. 17. Да. Сливки, цена 4,79 за литр жирных сливок. В прошлый раз не было. $5. Сливочное масло. Да, недорого, нет, 5 долларов. Последнее. Последняя коробка. Ну хочешь, возьми еще. Не хватит. Возьмем еще тертый сыр. Две упаковочки, здесь идет уже в перемешку, и моцарелла, и чеддер. Да, нарезан. Да. Натертый. Каждая упаковочка по 625 грамм. И цена такая хорошая, $19. Ну, это цена для ленивых, кто не хочет сам натирать. Спасибо. Можно взять эту большую кусок. Камень в мой огород, друзья. А нет, это, ну, для это ленивых, сокращает, я же взяла. Сокращает время. Ну, да. Взял я. Да, но я заказала. Иногда по-быстрому что-то готовишь, и сыра надо много, поэтому так. Возьмем большую упаковку сухого завтрака. Да, Ульяна, она, правда, говорила оригинал, я не знаю, оригинал это или нет, но... Она кушает такое только по выходным, да, когда нет школы и гимнастики, поэтому почему нет? А в остальные дни по утрам яйца. Здоровую пищу. 8,50 за... Там килограмм только всего, да, лишь? Угу. Ну там внутри еще две упаковки. Две упаковки. Да. Костко иногда бывает шикарный ассортимент красивых растений. Это у нас кротон. Боже, как красиво. Я прям вдохновляюсь. Плюс красивое кашпо. Симпатично смотрится. Это у нас фикус эластика. Какой-то он не сильно хорошо себя чувствует, смотрите. Мне аж плакать хочется. Господи, он болеет. Ой, беда, беда. Так, это у нас сансеверия. Монстера. Красивая. Листья такие шикарные. О, фикус эластика. В смысле? Это эластика. А это и это эластика, только разные виды или что? Мне вот этот тоже нравится, красивый. Вот этот вообще бесподобный. Ой, угу. Какие листочки хорошие. Рай для меня, целый рай для меня. Произведение искусства. Так, это у нас филодендрон.
Господи, такие названия. Ой, красавчик какой. Это тоже фикус, я знаю. Лурата. Вау. Так, это у нас юка. Юка. Красивая. Ну это же на такие листочки. Ой, красивый фикус. Красивые листья такие жирные, хорошие. Подведем быстренько итоги нашей закупки. Яйца 60 штук. Апельсиновый сок на завтраке. Сухой завтрак. Иногда Ульяна любит. Тертый сыр. Две упаковочки. Моцарелла, чеддер. На завтрак такая вот картошечка с бекончиком и овощами. С фруктов у нас сегодня, вернее, ну, ягоды, виноград, помидорки, черри, сливки в кофе, морковка. Запасы мои закончились. Попробуем, приедем. Как называется? Врап. Ну, типа брита, не? Похоже. Огурчик. Хороший лаваш. Да. Вафельки бельгийские, уже пропитанные сиропом, картошка. О, посмотри, какая упаковка красивая. Цвет такой необычный. Печенька. Маму побалуем. Далее. Несоленое сливочное масло. Печенька. Хлебушек. Копченый сыр. От Балдерсон. English muffins. Коврик и полки нам basement. Посмотрим, какой будет счет. Очень интересно, какой счет. Так, счет у нас получился $244. Неплохо. 21 наименование. В среднем получается сколько? $15, $10-$15. По скидкам, да. Что-то было? По скидкам нет. Праздники ничего. Закончились, да, и все. Все, ребята. Поэтому все, всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо. Всем пока. Всем пока-пока.